Меня зовут Кирилл Мясоделка, знаете почему? Так. Ну, в общем, смотрите, есть у обычного человека анус, да? Так. Их типа 8. Так. И в них всех лезвия. Что еще раз? Я люблю, в них всех лезвия, я с сахаром люблю. Лезвия? Лезвия, да. Типа мне говорят, съешь вот это типа мясо, я такой, не хочу мясо, меня бьют палки, в общем, я говорю, не хочу мясо, меня режут, я такой, ай, окей. Ем мясо, значит, да, и типа, да. Блять, что? Жопой ты имеешь, да? Хотите посмотреть на голых детей? Нет, Кирилл. Есть на второй этаж? Да. Опа, я могу тут на второй этаж подняться. Опа. Так, парни, пока. Тачка! Садись в чулан. Не надо. Да. Хорошая идея. Есть. Кирилл, что ты там долго тупаешь? Тачка, пускай тачку. Что значит юз нельзя сделать, что? Так, погнали на тачке, бля, дверь закрыта. Ей-богу, дебил, господи. Окно, господи. Вот, супер хорошо целится, так никого нет. А слезть с неё можно? Да. Нет, с этого... А управлять и больше нельзя, по-моему, не можно. Туда брать, да? Да. Чу-чу-чу-чу-чу. Сразу. Осталось всего 8. Блин, чуваки, что вы поняли? Это не я летаю, но я реально... Да я понимаю, смысле... что эта машинка такая себе. В смысле, и я летаю. Да ей-богу, ты чё? Камера Валькирии, по-моему, лучше передвигается, чем эта машина. Ладно. Опа-па, здорово, молодой человек, здорово. Я тоби видел, ебать, он на первом этаже моего дома, так, окей. Ты его положил? А, да, все, нормально. Ты его убил, он один был. Да. Вернись за машинкой, что ли. Сейчас. Слышно со стороны... Стрельба слева от тебя, Кирилл. 240 где-то. Бля. 240! А, нормально. Ну хотя бы третье место. 240, типа. Фак. Я слышу, что она типа где-то рядом прям такой, но я тоже думаю, как бы, ну, не здесь же. Да? Я говорю, типа, да, слева, ебать, сайт 240. Да, не-не-не-не, да, он был на 240, он супер близко на 240. Цитата дня. Нет, реклама. Сказал, что Никит сказал, хочешь делать контент, просто сиди на мине. И я подумал, это охуенный контент. Короче, я запускаю все тут. Да пацаны, да, прикалываете? Дилблок чела, который реально на мину сел, и пиздец, все. Он сидит тупо на мине. Мне тапок заминировали. Да-да-да. Это я понимаю, контент. Опять все аватарками поменялись, нахуй. Мы сейчас срежем немного, Ебать, я срезал. Блядь. Ой. Ёб твою мать, блядь, дебилы, блядь. Ёбаный рот, блядь, едем отсюда нахуй. Поехали. Саня, поднимай. Блядь, парни, вы серьёзно? Ёб твою мать, блядь. Ёбаный, блядь. Ёбаный рот, блядь. Пиздец, господи. Кому дали в напарники, блять, полегли от одной гранаты, ёбаный рот. А чё это? Канал же 2 минуты назад, Friendly Fire есть, блять, всем пизда, если ты кидает, блять, кит кидает, блять, кластерную гранату. Ёбаный рот, надо штёпнуть. Таш, напоминаю. Напоминаю, Илюша тоже порочил этим дерьмом. Так, куда мы прыгаем? Так, давайте... нас четверо. Может сюда? Куда? Жестко, ну давай. А, ну, жестко. Давай, мама называет меня жестким. Жесткие? Потому что я пью ее картошкой из точки, что? Жесткие? Ах, это мама картошку всю выпил, Кирилл. Блин. Я все съел. Так, есть один, он в соседнем здании от меня 160 был. Так, броня есть?
Вот даже оружие есть, отлично. Я пошел убивать этого гнойда. Почему людям нравится фраза «Орда сосед»? Что? Люди, 130 в гараже сидит, чувак. У меня кулаки и граната, одно из двух. Выбирай. Блять, а как мне спрыгнуть без поди... Ладно, не так сойдем. У меня тут один. Бля, больше, чем она. У меня слишком много противников. Бля, чего? Кирилл, где кто? Кирилл, где кто? Передо мной 182 в двух разных зданиях. Один был в красном слева, один был в зеленом. Скорее всего, свалил оттуда. Погнали. У меня есть хил. Блять, пиздец. Сань, возможно, в твоем же здании есть остроение. Игорь, нет оружия, я бегу. Да, в своем здании был. У меня дробовик, я не... Нет, я гранату кинул по тебя, все нормально, ты выжил. Как по тебя? Не совсем по тебя, но было близко. Блять. У меня нет оружия, но у меня есть тачка, давайте тачку хотя бы завязаю. Блять, я чувака положил. Меня убил. Почти 400. 291. Отдал, положил. Там у второй. У меня патрон, блять, нет. Он бежит тебе, бежит тебе. Тачка отвлекаю. Он у тебя. Пип. Ой. Сань, живи. Блять. Это пистолет. Я бегу, бегу. Блять, тараканы по полу ползают. Он жив? Да, я жив, 20 хп. Тебя даже. Я попал в него. Блять, Саня, пизданул ты на голову. 20 хп, блять. Ебать, Саня. Я его дал. Сука. А, все, сейчас будет. Я отвлекаю его. Я перестал отвлекать его. Ааа, смотри. Блять! Ты как живешь, блять? Я не понимаю! Илюх! Ой, Кирилл, у нас тут один! Надо забрать! Выносим! Нахуй кулаками его, пацаны! Давай! Еще один разок по нему! Стреляют! Это я! Убил! Нормально, погнали дальше! Стоп! Перезарядка на нолик и присесть тоже на нолик? А нет, перезарядка на квадрат. Нолик? А, геймпад! Нолик! А я думаю, типа, передать. Вот знаете, где типа девятка, ноль, вот. Да, я тоже поэтому подумал, типа, погоди, типа. Это когда ты играешь, блять, на печатной машинке. Да. Я. Кирилл, вот это вот азерит, ля-ля-ля-ля-ля-ля, когда начал, я, во-первых, такой, Кирилл, ты что меня, типа, пытаешься запрограммировать? Он продолжает эту херню. Я говорю, Кирилл, ты сражаешься. Он продолжает эту херню. Я говорю, Кирилл, ты сражаешься. Он продолжает эту херню. Я говорю, сука, ты ответишь мне, блядь, или нет? Он продолжает эту херню. У меня просто запекло, блядь, нахуй. А, тут уже выход наружу. Кирилл, хочешь, ты возненавидишь меня? Блин, погоди. Я будем, блядь, отсюда. Ебано, блядь, кусок. А нахуя меня-то положил? Ай, сори, я случайно. Блять, охуеть, блять. Ладно, дай я поднимусь. Идиот, слышу. Блять. Или... Хоть кто-нибудь, блять, меня поднимите. Я бы поднял, но меня убили. Ай, да блин, за что? Чуваки, слейтесь, Никита орать будет, опять Никита. Ну давайте. Знаешь, сдохнуть хотя бы от другого человека. Я знал, что это произойдет просто. Вау, Леш, это было обидно. Я старался. Ладно, Саша, я верю. Ноускоп. Ноускоп, спокойненько. Ноускоп. Это... Ноускоп, давай. 360. Бля. Одно хп, давай. 360, ноускоп. На одном. Еще. Все, не обосрались. Да блин, классно. Единственное, что... Потому что я болею, и я поехал, типа, больной, но мне, типа, больше хотелось поиграть, вот. Ну там дождь был, вот это мне не могу, я бегать... Нет, дождь, в принципе, закончился, как только мы начали играть, но да, все равно все мокрое, блядь.
Я в луже не особо бегаю. Вот, блядь, да. Иди сюда, блядь, иди сюда. Вот, горящий медведь, блин. Они так стреляют. Посаживаемся прямо сейчас. Блять! Блять, нихуя ж не видно. Илюха! Ну или хоть кто-нибудь! Нормально, нормально, нормально. Блять, что это? Ёптать. 15, 15! А, блять! Подожди, меня... Я кинул топор в тебя! Спасибо! Джилл, ты нашел челика в туалете, да? Да-да-да! Стой, 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 Саш, не уходи! Не уходи, он трупись и выйдет! В туалете он? Ты уверен? Да! Ты уверен, что он труп, если выйдет? Да не гранату! Я сказал, что он труп, если выйдет! Саня, не на растяжку не наступи. Да я вижу. А, я понял, интересное мероприятие. Ну, мне кажется, найди что... гранату и закинь в окно. Я могу закинуть туда смоук. Надо окно? Я бегу. Да маленькое там окно. Да, маленькое окно. Маленькое окно. Маленькое окно. Да, да, да. О, я нашел. Обходи слева, да. В смысле, вот, да, 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 да. Молотов туда техничный. Двоих? Там двое сидели. Там двое было. Они, наверное, такие, блять, блять, уйдите уже наконец-то. Все хорошо, Саша, мы теперь мы спокойны. Я лезу в холодильник. Да, блять, пожалуйста. Блять, на мне. Ой, блин, Кирилл, куда ты убежал?